Так, вот Саша понадеялся на авось, и авось не случился. Где-то, наверное, в 12 я поставил брагу, сейчас 7 утра. И вот мне предстоит все это теперь отмывать. Вот сколько раз зарекался не ставить брашку на ночь, но вот другого времени нету, и вот так опять получилось. Сейчас комментарии Елены Викторовны хотелось бы услышать. Прекрасно, нам на занятия ехать. Хорошо, что это самое, я пораньше встал. Но это еще сегодня лайтовый вариант, потому как я говорю, на потолке ничего нету, слава богу, и в яму не затекло. В прошлый раз мы чистили еще яму. Вот здесь вот, короче, у нас протекло все вниз. Я хочу послушать еще раз. Что? Что там есть? Брагу надо ставить утром, чтобы днем контролировать ее. Ты уже это говорил. Еще что? Что еще? Что там есть? Пена что? Пеногаситель есть для браги. Правда? У меня его нет. А еще что там ржаная не... Не пенится вроде бы как сильно. Сделал-то вроде запасом. Она убежала. А прошлый раз пшеницу делал. Она вообще не пенилась. А первый раз пшеницу делал, она на потолке вся. Угу. Парадокс. То есть ты считаешь, что если взять муку, добавить дрожжи, поставить на теплый пол, да. И у тебя что-то не вспенится? Ну, пшеница у меня не вспенилась в последний раз. Угу. Какое счастье. Да. А рожь, вот видите, как оказывается. Мыть все это и приговаривать. Хорошо, что не пшеница, она скользкая, да? Да, да, кстати говоря, пшеницу отмыть это вообще капец, она как клейстер становится. Здесь вот мы потратили, наверное, день, наверное. А здесь все, что тут, час, наверное, работает. Ничего страшного. И, кстати говоря, пену остановил печеньем юбилейным. Правда? Да, покрошил печенюшечку и все. Знаешь, как остановить пену? Как? Закончить твою пивокурительную деятельность. В корне. Раз и навсегда. Нет, нельзя, ты что? Давай так, третий будет раз последний. Это второй? Это второй. Вот ладно бы еще, знаете, случилось, и вот ходил бы молчал. Нет, он приговаривает, что есть пеногасители, хорошо, что не пшеница. Я так ощущаю вот всей душой, что так хорошо, что не пшеница, что мне хочется твой бульбулятор топором разрубить. А еще говорит, знаете что, хорошо, что с потолка не капает. Да, действительно, не поспоришь, хорошо. Это последние надежды поспать были, это все. Эмоции переполняют настолько, что я не могу их выразить. Это будет неприлично, нецензурная лексика прям рвется. Что ни говори. Ладно. Берем тряпочки. Вот этот человек говорит мне постоянно не ходить в грязной обуви, и что я засрала весь гараж. Нормально? Давай, издевайся. Я еще такая лайт-вариант вообще сейчас. Я просто не проснулась. Никто не проснулся. Нет, ну вы гляньте. В обуви не ходи, ты весь гараж засрешь грязью. Потом полы будет не отмыть. Да, твоего хобби отмыть. Я, главное, что только полы помыл вот за день до этого. Очень хорошо. По какой причине вы ночью, когда не спали, не встали раньше, пока здесь ковшичек убежал? Никак сил не было встать. И я не спал и думал, наверное, там убегает все. И никак не мог себя достать. Надеялся на лучшее, но лучше. Ты из-за этого не спал и не мог встать из-за этого? Ну, как тебе сказать, я в таком, знаешь, полудреме как бы. Угу, отлично. Вроде как и встать надо, а вроде как думаю, да ладно, все нормально. Так а что, все нормально? Утренний фитнес. Нет, это еще вовремя. А, это могло вовремя? Бы быть, все бочки могли быть на полу. Короче, люди, если вы не знаете, что такое вовремя, вот это вовремя.
Я буду тебе раздеваться над тобой год, ты меня додрал. Ты уже это самое. Жестишь, мне кажется. Я-то, конечно. Я жещу, вы заметьте. Представляете, что бы было, если бы я такое устроила? То есть, если бы я сюда вот блинчики поставила, блин, на ночь подниматься, и вот это все бы так рубануло бы тут, на пол гаража. Я бы просто тихо, молча зашла бы домой, собрала бы вещи и свалила бы в неизвестную страну, понимаешь, в Зимбабве, чтобы меня, упаси Господь, никто не выловил. Ты не преувеличиваешь. Хорошо, не в Зимбабве, но в Румынию куда-нибудь, к драконам. Это просто Армагеддон. Вы не думайте, что я стою треплюсь, а он бедненький моет. Я уже свою всю дозу вымыла. Сейчас вторая часть будет Марлезонского балета. Это просто ужас. Милые женщины, никогда, ни за что, вообще, ни под каким соусом не давайте эту байду поставить дома. Ой, потому что дом после этого придется сжечь. Такое происходит в любой винокурне. Дважды. Я считаю, что то, что мука может вспениться и вот так все это дело зафигачить, это открытие 2020 года, нет? Такое происходит в любой винокурне. Это когда жена думает, где есть чемодан, чтобы свалить побыстрее, все такое повторяется. Нет, это когда брашка убегает. Не, я просто представляешь, вот такое произойдет на какой-нибудь квартире, на евроремонте, на каком-нибудь там, на какой-нибудь ламинате. Вот это вообще жесть будет. Это может быть, я думаю, причиной развода. Такое хобби. Да. Так что поаккуратнее, ребят, поаккуратнее. Все, наверное, думали, что я орать буду, да, дурнина? Не, я, может, и поорала, у меня просто сил нет. Чего мне поорать-то на хорошего человека? За хорошее дело. Так, давай бочки мыть. Слышали? Не пожалуйста, литровый, будьте добры. Вот оно чистая вода, да? В этом понятии чистая. У нас в гараже теперь применяться не может. Все, все грязное. Хватит тут, оператор, давай это самое, занимайся делом. Мое дело сейчас спать. Блин, вот это пиздец. Ты думаешь?